Первый взвод, внимание! Сержант Моди должен мне полсотни баксов, потому что, похоже, операция «Оверлорд» идет успешно. Наши британские и канадские друзья достигли большинства целей. И за исключением Амахи по всему берегу все прошло достаточно гладко. Десант был выброшен неудачно, но десантники сформировали смешанные соединения и выполнили большую часть назначенных на день Д задач. Я очень горжусь всеми вами. Как вы знаете, сержант Моди и рядовые Элдер и Мартин пробились через линию немецкой обороны, чтобы передать сообщение в штаб-квартиру батальона. Если бы не они, штаб вряд ли прислал бы нам подкрепление, чтобы помочь занять Сен-Мер-Эглис. В штабе Моди Элдер и Мартин получили приказ уничтожить немецкую батарею в Брикур-Менор и противостояли целому взводу немцев с горсточкой людей. Похоже, кое-кто из командования заметил вас. Наш отряд выведен из состава 101-й дивизии, и теперь нас будут использовать для выполнения особых заданий в тылу врага. Так что я предлагаю вам освежить в памяти свой немецкий и заняться подготовкой, пока у нас есть такая возможность. Слева МГ-42. Справа сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Хардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Отличная работа, Мартин. Все перевели дух. А теперь придется повторить все сначала. Thank you.
Лезь внутрь, заберешь все документы, вырубишь связь, потом... Мы с сержантом Моди поищем Прайса Инграма. Укрытие! Вперед, вперед, вперед! Обойти из фланга! Неплохо! Ладно, ребята, будем двигаться дальше!
Не останавливайтесь. Прайс и Инграм за этими дверьми. Отойдите, мы взорвем их! Ах ты, батюшки, американцы! Ураганный огонь! Малость пошумели, так? Да ладно, ходить я все еще могу. Капитан Прайс, капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь, но волноваться не о чем, я подслушал, куда именно. Поддержка! Я не вижу грузовика, сэр. Отлично. Помогите капитану Прайсу вылезти из окна, он ранен. Пора собираться, мы уходим. Капитан, что с майором Инграмом? Мы вернемся за ним. Ходите.